Рецепт приготовлен для сайта AMCook. Шурпа из баранины. Шурпа из баранины – это отличное решение для обеденного стола, которое согреет и душу, и тело. Для его приготовления понадобится баранина, соль, специи, морковь, картофель, помидоры, репчатый лук, зелень и вода. Когда все продукты по списку приготовлены, приступим к приготовлению. Мякоть нарезать кусочками среднего размера и обжарить на бараньем жире до румяного цвета. На хорошо разогретую сковороду выложить несколько кусочков баранины жиром вниз. Когда жирок немного вытопится, выложить остальное мясо и обжарить до красивого румяного цвета. Очистить и нарезать полукольцами лук. Также полукольцами нарезать и очищенную морковь. Картофель очистить и разрезать на две части. Если картофель небольшого размера, то разрезать не нужно. Поджаренное мясо выложить в казан или в любую другую толстостенную кастрюлю. Приправить солью, специями. Выложить сверху нарезанный лук. Выложить морковь. Помидоры вымыть и нарезать полукольцами. И выложить в казан. Сверху выложить подготовленный картофель и влить в воду. Посолить и приправить специями. Закрыть крышкой и отправить на огонь. После закипания снизить огонь к минимуму и продолжать варить час. За 5 минут до конца приготовления всыпать в казан измельченную зелень. Разлить ароматную, вкусную, сытную шурпу по тарелкам и подать на стол. Шурпа получается густой, сытной, питательной и очень вкусной. Приятного аппетита! Готовьте с любовью!